Bert has a dog. Al is from the USA. Сегодня я расскажу вам про союзы and и but, но для начала вспомним про порядок слов в английском утвердительном предложении. Вы помните, что на первом месте всегда находится деятель, кто или что выполняет действие, то, что называется подлежащее. На втором месте всегда у нас глагол, пока мы с вами знаем и работаем с двумя глаголами to be, to have. И на третьем месте ставим все остальное. Repeat after me. Bert has a dog. Al is from the USA. Bert has a dog, and Al has a dog too. Союз and означает и, и он связывает два и более простых предложения. В итоге конструкция получается не просто 1, 2, 3, а 1, 2, 3, and 1, 2, 3. Bert has a dog, and Al has a dog too. Al is from the USA, but Bert isn't from the USA. Союз but можно перевести на русский как но или а. Союз but также соединяет два простых предложения, но при этом выражает противопоставление. Al is from the USA. But Bert isn't from the USA.